С прошедшим Рождеством и наступающим Старым Новым Годом. В этот раз вы не очень баловали меня своими письмами. Все понимаю, праздники и каникулы дают себя знать. Тем не менее, одно письмо я все-таки получил. И должен честно сказать, такое письмо стоит 5. Один из наших постоянных зрителей с роскошным псевдонимом Адель Сачков Про сообщает, что он приобрел игру Quake 2. И в своем письме он так расписал ее, что мне даже стало немножко обидно. Дело в том, что я гоняюсь за этой игрой уже месяц, и пока мне не везло. Но я надеюсь, в будущем мне удастся сделать сюжет и про Quake 2 тоже. Единственное, что я хотел бы пожелать нашему постоянному зрителю, это чтобы новая игра не слишком отвлекала его от просмотра нашей программы. Итак, переходим к основной части нашей рубрики, то есть компьютерным играм. Первая игра, о которой мне хотелось бы сегодня вам рассказать, называется Dark Earth, то есть «Темная земля». Прежний мир прекратил свое существование во время великого катаклизма. Черное пламя, обрушившееся с небес, поглотило землю. Земля разверзлась, и моря вышли из берегов. Города-гиганты, строившиеся веками, обратились в прах. Вечная тьма окутала мир. Но люди выжили. Ведомые своей верой, они начали свой путь среди хаоса в поисках земли обетованной, земли, где вновь могла продолжаться жизнь. Это были странники, мужчины и женщины, бредущие в поисках света и надежды среди полных смертельных опасностей темных земель. Много дней и ночей продолжалось их путешествие, пока в один прекрасный день отцы, отцов наших отцов не нашли землю, благословленную лучами Бога Солнца. И построили они город, и возвели храм в честь Отца Света, и назвали его Спарта. Сегодня ужасная опасность вновь нависла над городом. Его судьба находится в руках одного человека. Аркан, страж огня. С помощью своих близких он должен преодолеть то испытание, которому подвергла его судьба. Кали, его возлюбленная. Зед, его собрат по оружию. Его отец Рил Садар. Лори, великий провидец солнца. Данрис, мусорщик. Если они потерпят неудачу, солнце никогда больше не взойдет над Спартой. Итак, игра Dark Earth. Красочный квест от фирмы Microprose, размером 2 компакт-диска. Главный герой этой игры, как вы уже поняли, Страж Солнца, сын ученого Рил Садара. Много лет прошло со времени гибели Старого Мира. Да-да, наши дорогие геймеры, того самого мира из пластика, железа и бетона, в котором мы сейчас с вами живем. Мрачное видение нашего будущего вообще широко распространено среди производителей компьютерных игр. Но обижаться на них за это, наверное, не стоит. Именно благодаря такому видению будущего и рождаются такие игры, как Quake, MDK, Total Annihilation и вот теперь Dark Earth. В этой игре, как вы уже поняли, вы играете за солдата элитного военного отряда Стражей Солнца по имени Аркан. Задача Стражей Солнца — охранять храм от всего враждебного, чего бы то ни было.
Судя по хорошей физподготовке нашего героя, работы у него явно хватает. Более-менее спокойно текли дни в храме солнца, окруженный городом Спарта. Но однажды выпало нашему герою стоять на посту во время какого-то заседания жрецов солнца. И во время этого мероприятия и случилось то, что перевернуло всю жизнь нашего героя вверх ногами. На жрецов солнца напали какие-то не то террористы, не то банки. С криком «Почему все происходит именно в мою смену?» наш герой бросается на защиту Лори провидца солнца. Что из этого получилось, вы видите. Теперь Аркану нужно, во-первых, доказать, что он — это он, и несмотря на свою безобразную внешность, душа его по-прежнему чиста. Во-вторых, выяснить, кто виновен во всем, что с ним произошло. Причем та дрянь, которой вас облили, явно прогрессирует. И времени терять нельзя, иначе наш герой окончательно превратится в чудовище, и на этом игра закончится. Правда, на мой взгляд, то, что Аркан несколько мутировал, довольно положительно отразилось на его боевых качествах. Тем не менее, я не советую вам применять его особенности направо и налево. Даже если вас бьют, постарайтесь поговорить с тем, кто на вас нападает. Поверьте моему опыту, со многими людьми можно запросто договориться. Хотя некоторых придется все-таки убить. Также не стоит применять его знаменитый суперудар двумя руками снизу. Конечно, он может сразу отключить любого из ваших противников, но такое его применение снижает вашу сопротивляемость темной силе. Все управление в игре осуществляется с клавиатуры, преимущественно с клавиатуры. Поэтому в начале игры я советую вам, как только вы выйдете из своей комнаты, пройти вслед за своим другом Зедом в верхний зал. Там вы сможете попрактиковаться во владении саблей и секирой и ознакомиться с основами поединка с оружием и без него. Очень должен вам сказать, полезно. Кроме того, несмотря на обилие разговоров, игра получилась очень интересная и достаточно динамичная. Я думаю, что игра Duck Hunt понравится всем любителям квестов. И не только. Фирма MicroPro с веников, как говорится, не вяжет. Другая игра, о которой мне хотелось бы сегодня вам рассказать, называется Town Rebellion. Я не буду говорить, что означает название этой игры и вот почему. Во-первых, я сам не совсем понял его. Town по-английски означает тонус, то есть жизненные силы. Rebellion означает восстание. Теперь вы можете поставить эти два слова рядом, и у вас получится примерный вариант того, что означает название этой игры. Пусть у каждого из вас будет свое одно и неповторимое. Сама игра во многом похожа на свое название. Что же такое Town Rebellion? Это стратегия в реальном времени. Но какая? Если вы помните, 97-й год был официально признан годом стратегий. Действительно, усиление аппаратных средств повлекло за собой настоящий шквал игр стратегического характера, преимущественно в реальном времени. Слова «крутая стратегия» присутствовали почти в каждом описании. И многие геймеры стали даже тайком тосковать по обыкновенным стрелялкам с видом сбоку. Многие даже задумались, а не купить ли им Денди. Тем не менее, то, что предлагает нам фирма Logic Factory, не похоже ни на что. Сегодня вряд ли кого можно удивить красивой графикой, поэтому создатели пошли по иному пути. Во-первых, идея. В отличие от других стратегий, здесь нет никаких миссий. Ваша задача — строить и развивать ваш город и распространять свое влияние и своих подопечных в этом мире, в том мире, где вы живете. В начале игры вы можете выбрать одно из четырех предлагаемых племен. Обратите внимание, именно племен, а не рас. Судя по всему, предлагаемые в качестве подопечных существа принадлежат к одной расе. Это некие флоутеры, то есть парящие. Довольно милые создания, которые обладают телепатическими способностями и могут общаться на больших расстояниях как друг с другом, так и с другими племенами, посылая им дружественные приветствия или мысленно обзывая их нехорошими словами. Все зависит от того, как вы им прикажете. Также, если вы встретили в игре других флоутеров, не торопитесь их уничтожать. Вполне возможно, что у вас с ними сложатся вполне дружеские и довольно-таки хорошие отношения. Вообще, игра Town Rebellion выгодно отличается от других стратегий. Жаль только, что людей в ней нет. Зато музыка хорошая. Вот и все на сегодня. Я прощаюсь с вами, это был Сидоров и рубрика «Компьютерные игры». До новых встреч, пока! Что ж, на...